Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Ultra HD телевизор LG 55SK7900 2018 года выпуска. Модель относится к средней ценовой категории среди топовой линейки LG. Диагональ экрана 55 дюймов. Разрешение Ultra HD 3840 на 2160. Телевизор отличается насыщенными естественными цветами под любым углом просмотра, а расширенный диапазон темных и ярких оттенков обеспечивает потрясающую контрастность. Подсветка Edge LED, битность матрицы 10 бит, матрица IPS, удовольствие с любого положения. Спортивный угол обзора модели SK7900 гарантирует точную цветопередачу, независимо от места просмотра. Это означает, что вы сможете беспрерывно наслаждаться совместным просмотром спортивных состязаний и игр с любого местоположения. Прекрасному качеству картинки способствует технология реалистичных сцен Active HDR 4K. HDR, расширенный динамический диапазон, это новый стандарт качества изображения. Он обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. Модель SK7900 поддерживает несколько форматов HDR, в том числе HDR10 Pro и HLG Pro. Телевизор интеллектуально обрабатывает каждый кадр, выполняя динамическую оптимизацию. Поэтому контент в формате SDR, стандартный динамический диапазон, может воспроизводиться с качеством, близким к HDR. Захватывающие цвета с технологией NanoCell. В модели SK7900 с технологией NanoCell использованы наночастицы, повышающие качество передачи всех цветов. Эта новейшая технология позволяет воспроизводить полный спектр цветов, благодаря чему картинка выглядит по-настоящему реалистично. Наночастицы поглощают цветовые волны избыточной длины, благодаря чему цвета не смешиваются при выводе на экран, а остаются чистыми и яркими. Все действия прямо в вашей гостиной. Режим просмотра футбола обеспечивает улучшенное качество изображения и звука, благодаря которому вы получите еще больше удовольствия от просмотра матчей. Вы сможете ощущать накал бушующих на стадионе страстей, а также насладиться плавной сменой кадров и яркими цветами. Вы будете в курсе всего, что происходит на поле. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Ultra HD контента с данной модели 232 см. Безграничный киноэкран. С любой стороны телевизор LG 55SK7900 выглядит элегантно и благодаря бесшовному дизайну и узкой рамке будет служить потрясающим киноэкраном. Размер телевизора 124 см в ширину, 72 см в высоту, толщина 6,2 см, вес 15,3 кг, цвет титановый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один компонентный, два HDMI 2.0, один USB 2.0, один разъем для локальной сети, два входа антенны, один для обычной и один для спутниковой, один выход для наушников 3,5 мм, один линейный выход, совмещен с выходом для наушников. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. На боковой панели расположен один USB 2.0, два HDMI 2.0, один слот CI+, 1.3. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система WebOS 3.5. Модель SK7900 проста в использовании для вашего удобства. Откройте для себя разнообразие функций телевизора Smart TV на базе LG WebOS. Не ограничивайтесь базовыми функциями управления. Находите, запускайте и используйте приложения и премиум-службы при помощи голосовых команд. Данная модель телевизора включает такие функции, как универсальный пульт и мультиокно, магазин контента и приложений LG, браузер, а также музыкальный проигрыватель. Включить приложение Ivi на LG Smart TV стало как никогда просто. Теперь для этого есть отдельная кнопка на пульте вашего телевизора. С приложением Ivi вам станут доступны огромная библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов, классические хиты и последние новинки проката.
выходная мощность 20 Вт, два динамика на 10 Вт, направленных вниз, звуковая система Ultra Stadium Surround и поддержка Dolby Atmos. Объемный звук стадиона для полного погружения. Исключительный многомерный звук модели SK7900 повысит ваше волнение, обеспечивая теплую атмосферу стадиона. Телевизор можно использовать как Bluetooth-колонку, и также вы можете подключить наушники и слушать звук с телевизора. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Стандартный пульт LG в комплекте. Убрали пульт Magic Remote. Неидеальная плавность картинки. Фризы заметны при динамических сценах. Набор текста в поиске оставляет желать лучшего. Звук выбора кнопки зависает. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам не только об отрицательных сторонах, но и о положительных. Давайте перейдем к хорошему. Приятное изображение с Nano Cell. При просмотре в темной комнате черный цвет выглядит достойно, без явных засветов. Даже если поставить телевизор напротив окна, будет минимум бликов, и яркость останется такой же хорошей. Качественный звук, хотя корпус достаточно тонкий. Четкая, качественная картинка, максимально естественная цветопередача. Режим футбола. Данный режим позволяет снять всю резкость, размытие и шумы из картинки, передавая всю атмосферу происходящего. Smart TV понятный и шустрый, позволяет быстро загружать страницы в браузере. Цвета глубокие и сочные. Картинка не замыливается, а триколор на телевизоре показывает отлично. Удобный пульт указка. Управлять им одно удовольствие. Имеются курсор на экране и голосовое управление. Полезное приложение CH Plus позволяет смотреть ТВ-каналы без антенны и приставки. Функция Miracast. Не тормозит и не вылетает. В случае, если приходят гости, то можно отображать фото или видео с телефона на раз-два. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор.